начинаем чудить. Бум. И повел его к победе. А! Что это? Младенец! Фу, только не это. За что нам опять эта беда? Ты очень скучаешь по своим родителям? А как избавиться от двух коварных взрослых? Вот так! Не так! Так! Стой, идите. О, Барнаби! Такие страшные! Привет, мама. Есть хочу! Эти нахалы вечно чего-то хотят! Джейн! Меня зовут мама. Что еще за Джейн? Ты обзываешь мать, а мы должны тебя кормить. Боюсь, не видать нам объедков. Зато они свято чтили семейные трапезы. Малиновый дистрофик. Машины ростбиф. Все страннее. Я пас. Согрейтесь в тепле дома Уиллоби. Забавная будет поездочка. Скорее подсади меня. Посади меня в салон. А чем вам не нравится интернет? Как страшно! Если мы умрем, я убью тебя. Хорошо. 5, 4, может, 3, давай, 2, 1. Телефон. Никто не догонит, никто не поймает. Тро-ля-ля-ля-ля. Ребенок ждал в гости тетечку и дядечку. А тут тетка с дядькой. Юмор, вот за что я люблю ее. Вперед и вверх! Куда приятнее, чем пешком? Люблю, скучаю. Это же крик о помощи. Ура! Эти шляпки великолепны, моя помпусечка. Эй, ребята, я вообще с амазонками хотел. Это что сейчас было? Мы оскорбили хранителей врат. Женщинам я нравлюсь, мужчины хотят быть мною. Мужчины хотят быть с женщинами. Да! Класс! Ура! А бьешь ты все равно, как девчонка! В рот тебе гитару, дури! Молчать, баба уродливая! Кто тебе разрешил говорить? Мы не женщины. Чё? Да, так ей надо, гадина. Знаешь, кажется, скука для здоровья гораздо опаснее. Скажите, земля, чтобы я перестала крутиться. С ума сошел, я часы считаю. А то как же. Че тут, блин, такого смешного? Ты что-то не намазал. Что? Где? Чак, что там на севере? Нет, тишина. Расслабься, Ронал. Этот арахис никто не заметит. Наш собственный монстр. У него твои глаза и мои ноги. Принеси палочку. Беги за ней. Принеси палку. Греби чаще. Ты можешь. Вперед, Зета. Еще кружок. Вперед, Зета. Горячий душ. Не пойму, а где мой соус? Покоп! Ой!
заморил червячка. Куда меня завез? Совхоз, светлый путь. Хм, какой светлый? Не видишь ничего. Эх вы, жизни не нюхали. По вашим многочисленным заявкам, братья Вайнеры исполнят песню Модерна Токинга. Фиг вам называется. Мы помчимся в заоблачную даль, мимо гаснущих звезд на небосклоне. У меня уже все остыло, они по облакам бегают. Ну что у нас плохого? Скажите, пожалуйста, сколько стоит эта птица? Нахал! Это я его продаю! Ну, что у нас плохого? Ты! Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Было рано, или осень, или месяц, или пыль, то ли завтра, то ли в полдень, мне приснилось это быль. Отдохнул! Во! Сметаны! Во! Рыбы!